Житель Видного Владимир Ильич обратился к нам на телеканал с просьбой осветить масштабную вырубку деревьев в лесополосе за Видновской районной клинической больницей. Ели в том месте, по его словам, высаживали более полувека назад, чтобы обеспечить высоковольтным линиям электропередач живую стену от ветров. Видновчанин не понимает, для чего было необходимо спиливать совершенно здоровые деревья. 8 лет назад или 7 после 2010 года ливня, значит, я разговаривал с лесником. Отстояли вот этот коридор из елей. Его хотели срубить? Да, уже в то время хотели, да, почистить. Значит, люди поняли тогда и не стали трогать это. Деревья крепкие были, вот никакой ледяной дождь, ничего. Сейчас вы можете посмотреть, что вырублена вся правая сторона и по левой, по-моему, тоже. Весь то, что выросло вот здесь, вот, ну, подходы, вот молоденькие деревья, все это, значит, вырублено просто под общую гребенку. За комментариями мы обратились к представителям южного филиала МОЭСК. В своей работе мы руководствуемся постановлением номер 160, правительственного, утвержденного правительством Российской Федерации. Значит, в данном постановлении есть пункты и аспекты, содержащие в себе надлежащее состояние просек либо зеленых насаждений в охранных зонах воздушных линий. Данные работы по, соответственно, освобождению от зеленых насаждений в охранной зоне предназначены исключительно для безопасности электроснабжения и, соответственно, безопасности граждан Российской Федерации. Кроме того, весь порубочный материал обещано убрать в ближайшее время. Кстати, сотрудники МОЭСК ежегодно участвуют в акциях по высадке деревьев, восполняя утраченные зеленые насаждения. Сотрудники МОЭСК тоже люди, в силу того, что мы тоже любим природу. Вот. У нас два раза в год проходят акции. Сотрудниками МОЭСК разных филиалов высаживаются парки Победы, парки памяти, то есть приобретение саженцев, и все сотрудники берут лопаты и участвуют в данных мероприятиях. А вот рядом, в лесном массиве, где санитарная рубка проводилась уже более года назад, похоже, остатки деревьев так и будут гнить, что неблагоприятно сказывается на экологии данной лесной зоны.